Чи давно ви сплачували за опалення під'їзду? Ймовірно, скоро почнете. Теплопостачальники України втілюють рішення 14-річної давнини. Ще у 2005 році Кабмін ухвалив 630-ту постанову. Згідно із нею, люди, що відокремилися від централізованого постачання, повинні окремо сплачувати за обігрів під'їздів. Правила оплати мала встановлювати спеціальна методика, але її Мінрегіону ухвалив лише торік. Зараз методика починає працювати. Мешканці, які мають індивідуальне опалення, повинні укласти прямий договір із центральним теплопостачальником. І з цим не згодні економісти Дніпра. Кажуть, це чергова схема обману. Теплогенерирующие поставляющие компании, после того, как было введено обязательное применение счетчиков общедомовых, общеподъездных, и когда люди начали ставить себе еще счетчики в квартире, увидели эту разницу, испугались и подумали, как бы на кого ее списать. Решили распределить на всех жильцов, но, пункт первый, если человек отделился, поставил автономку, как вы его заставите заключить договор с теплопоставщиком? Никак. Нету договора, нету обязательств сторон. И все счета могут спокойно пойти в мусорную корзину. Если второй вариант, у человека стоит счетчик, и на счетчике набежало, как вы выставите ему эту разницу? Он откажется ее платить, потому что у него счетчик поверенный, на котором есть показания, идите вы гуляйте лесом. Через умный вид и сложные формулы попытались либо спрятать потери, либо приписать себе выручку. Если освещение берется с квартплаты, то и отопление должно браться с квартплаты. Через квартплату. А никаким образом не прижучивая тех индивидуальных, кто отделился раньше от отопления.